Лес крутой, старый, старые деревья. Росток. Отсюда уезжаем, поедем в Вешенки, сейчас посмотрим. Зонтик уже устарел, тут недалеко машина стоит, но рядовки попадаются белые. А вот чешуйчатка, сниму я рядовку твою, чешуйчатка очень-очень, да возьму я их, наверное, эти для экзотики. Ну ладно, не нравится, не буду брать. Они мне так интересны, они получаются как мармеладные, когда их сваришь, немножко такие прозрачные. Но вкус не очень. Их надо с гвоздикой варить и с этой, и с душистым перцем. Вот это уже сразу мясо. Вот какая рядовка. По сравнению, вот эта мелочь. Горькушки, млечники. Здоровенная. Рядовка. Одна почему? Мухомор в видео всегда пригодится. Так красиво посмотреть на мухомор. Рядовок здесь много, но вот здесь только две. Это рядовка сине-фиолетовая. Они очень... Бывают они и червивыми, конечно, но здесь они сейчас пока еще редкие. Вот рядовки это дымчато-серые. А я говорила про синие рядовки, сине-фиолетовые. Они хороши тем, что они растут, когда уже других грибов не бывает. Когда уже холодно, снежно уже. Они крепкие, но они часто червивыми бывают. А это вот такие вот гигантские, они уже выросли огромные. Но могут быть и чистыми. Раскудрявые. Старые. Режь рядовки, но режь. Я снимаю. Вот они какие. В этой точке, значит, она червивая. Но края могут быть хорошие. Часто, если грибов не бывает, середину вырезаем. Края берем. Одни рядовки рядами попадаются. Хоть бы опять-то какие попались для разнообразия. Попалось немного, ну и все на этом. Рядом копеечки растут. Гриб калибия. Денежка. Копеечки. Но мы их не берем. Они бывают до самой поздней осени. Тоже когда других грибов мало, они вместе с другими еще пойдут, а так они без куст. Вот рядовки. Вот веду камерой. Я их даже и проверять не буду, потому что они на вид уже такие потемневшие. Они будут сыроватые, мокроватые. Вон там еще одна. Я встретила грибника. Здрасте. Здрасте. Который набрал очень много грибов уже. Да, не очень. Не, первое ведро я уже в машину снес. Да. Да. Это ваша белая машина там стоит? Да, серебристая. А с кем вы здесь собираете? А супруга, ну она устала, пошла в машину поспать. Вы... Все, пойду. Всего доброго. Ну, счастливо. До свидания. До свидания. Удачи вам. И вам. Спасибо. Уже уезжаем. Вот, сниму. Я тоже. Но я сейчас уже не чищу, потому что я хватаю. Побыстрее мы уезжаем. Ну, я тоже чистила. Это я отдельно в пакет уже Леночке, думаю, отдам. Сама почистит от листьев. Листья эти. Зачирикаешься тут чистить. Артина маслом. Но это не очень, а вот эти очень красивые мухоморы. Все. Мы уходим, уже качает маленько на ямках. Все на этом. Вот наши звери.